Приветствую вас всех на своем канале. Сегодня с вами посмотрим наборчик. Небольшой набор серии Лего Звездные войны. Дуэль на базе Старкиллер. 75236 артикул данного набора. 19-й год, 2 мини-фигурки и 191 деталька. На лицевой стороне коробки изображено сражение. Момент сражения, когда Кайло Рен пытается победить, порезать на кусочки Рей. На задней стороне коробки показаны некоторые функции данного набора, а именно возможность открытия вот этой платформы, на которой они сражаются, кусочек этой базы, ну и то, что вот можно их покрутить. И также показана нычка Рей в виде бластера, фена, который спрятан куда-то вот под землю. Сбоку коробки на торце Кайло Рен в масштабе 1:1. Инструкция одна в наборе, это радует, ничего такого интересного, прям увлекательного в ней нету. На последней страничке вот эти новые наборчики, пока еще ни один из них не смотрел. Наборы, где вот из этих спринг-шутеров больших, с большими резиновыми наконечниками стрел, вот эти снаряды, надо как-то друг с другом играть, стрелять и сбивать. Ну, возможно, если вдвоем играть, это интересно, но я пока ни одного набора такого не видел. Давайте перейдем к набору. В наборе две мини-фигурки и вот эта такая платформа открывающаяся. Удобно показывать вам мини-фигурки, их можно прямо на этом наборе показать, на их подставочках. Одна из мини-фигурок — это Рей. Рей, честно говоря, надоела. 6-й выпуск набора, одна и та же Рей с 15-го года, ничем не изменилось. По факту, ребят, 4 года одну и ту же мини-фигурку клепать, ну хоть что-нибудь бы и поменяли. Неинтересно. Неинтересно, думаю, забавно. А вот уже сразу функцию набора показал. Рей так себе, там два выражения лица, насколько я помню, уже не один обзор ее делал. Серьезно вот такое и более довольное. А вот Кайло Рен здесь уникален. Уникально и лицо, и тело, ну, прическа разве что была. Одно выражение лица у него порезано вот, со шрамом. Такое немножко прифигевшее. И второе лицо, вот когда шрама еще не было. Так что из мини-фигурок внимание достоин только лишь Кайло Рен. А теперь сама модель. Ну вот, собственно, функция набора, они могут пытаться сражаться. То есть, ну, может быть, конечно, оно и забавно, но не скажу, что прям я был в восторге от этого. Рей может он рубать мечами, вон, видите, могут деревья крошить в клочья, хотя деревья очень такие... Это намеки на деревья. Несколько кубиков ствол, ни веток, ничего нету, и по три листика очень какие-то такие плюшевые деревья, ну хотя бы тут вы еще положили, не знаю, по 5-6 больших листиков. На каждой там по 5 больших листиков, чтобы хоть это дерево можно было назвать, а так какие-то вот пеньки непонятные, обрезанные, ну, видимо, уже они все остальное уже порезали своими мечами. Открывается вот эта тема, тут прям лава извергается, ужас ужасный. И вот нычка Рей, этот старшутер, пестик, странный фен, который она может достать и пульнуть его. Я уже не помню на самом деле момент этот из фильма, помню, что они там сражались, бегали по этому зимнему лесу на базе. Ну, чем все дело закончилось, кроме шрама вот Кайло Рена, ну, вроде никто больше не пострадал. Из деталей. Вроде как и неплохой набор, я даже самоделочку собрал, но немножко мне... Ну, не напрягает, конечно, для самоделок сложно использовать детальки, поскольку здесь все белые, все детальки, они одинаковые, вот эти скосы белые, то есть по факту они все левые или правые. Правый скос. И два черных одинаковых скоса, и два серых абсолютно одинаковых скоса. То есть, ну, какие-нибудь там самолетики, космические кораблики строить сложно, потому что два черных одних, два серых других, ну, как-то могли бы сделать, там, не знаю, два черных левый, правый, два серых левый, правый. Ну, как-то более аккуратно это все. Причем вот на это бы особо не сказалось, да, вот если бы здесь был не серый, а черный скос, я думаю, никто бы не страдал от этого. Ну, вот... Получается два одних черных, два одних серых. Это что касается деталей. Интересно, вот эта вот деталька, я ее не видел до этого. Обычно основание для этого поворотного стола, оно большое, а здесь в качестве основания использована вот эта деталька. До этого я вот именно такую, по-моему, не встречал. Наверное, новая. Обычно 4×4 основание для поворотного стола. Здесь 2×2, более как-то так аккуратно, и можно действительно вот тут
пальцами это покрутить, ни за что они не цепляются. Был бы квадрат, было бы... Ну, собственно, это невозможно было сделать, было бы сложнее. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать о этом наборе. Цена его РРЦ 1500 рублей. За 1500 рублей вы покупаете, получаете одну не особо ценную фигурку Рэй. Достаточно интересного Кайло Рена, поскольку он уникальный, вот прям со шрамиком. И кучку, горстку деталек, из которых вы можете собрать что-нибудь свое. Можете как бы оформить ландшафт, можно как-то по-другому его. Здесь он получается в 3 кубика, можно его сделать пошире, немножко по-другому. Стоит она того или не стоит, вам решать. Но ради одной фигурки интересной, не факт, что я стал бы его сам приобретать. На этом я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам это понравилось. Ставьте дизлайк, если вам это не понравилось. До скорой встречи, ребята. Всем пока и отличного вам настроения.